На территории обслуживания Люберецкой ГИБДД зафиксирован рост детского дорожно-транспортного травматизма. С начала этого года на дорогах городских округов Люберцы, Дзержинские, Лыткарины и Котельники произошло 8 аварий с участием несовершеннолетних. О наиболее частых причинах таких ДТП и мерах по их предупреждению – наш следующий сюжет. Столкновение транспортных средств и наезды на пешеходов – наиболее распространенные виды ДТП с участием несовершеннолетних. Как показывает анализ происшествий, виновниками всех 8 аварий, произошедших в этом году, являются водители. Наибольшее количество пострадавших детей зарегистрировано в Люберцах. Мы имеем рост детского дорожно-транспортного травматизма. По цифрам небольшой, 7-8, это по итогам 4 месяцев, но это в любом случае это 14%. На сегодняшний день рост имеет именно по дням недели, таким как среда, четверг и суббота. Обосновать субботу мы можем, потому что суббота это как бы выходной день, дети на улице находятся и больше предоставлены сами себе, то вот среду и четверг как бы обосновать мы пока с учетом небольшого, скажем так, массива информации мы не сможем. Чтобы избежать несчастных случаев, сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, а также не забывать о правилах проезда пешеходных переходов. Кроме того, инспекторы советуют одевать детей в яркую одежду и пользоваться светоотражающими элементами. Родителям следует почаще напоминать школьникам о правилах безопасности на дорогах. Как показывает статистика, чаще всего в ДТП попадают дети от 7 до 16 лет. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.